Всем привет, дорогие друзья, с вами Швирим, играем в войну колоний. Я уже каждый день, каждый раз делаю одни и те же действия. У меня, в принципе, у меня уже каждый ресурс уже 20-й левел. Я просто сижу так, хоп, удобно так, тран-тан-тан. И все. Здесь изучение. Так, ускорость не будет. А, они, видите, по очереди. А я думал, знаю, такая тема, что типа все вместе изучают. А это, оказывается, по очереди. Ну и фиг с ними. Так, мы ежедневные задания. У нас уже награда за месяц вход. Какой месяц уже? Армия. Получить. Кавалерийцы. Что-то еще тоже. Денег у меня полно. Деньги есть. 13 миллионов, 10 миллионов, 7 миллионов и 3. Так. Суть заключается в чем? Мы сейчас будем... Кстати, мне, моим войскам дали звезды, что ли? Ух ты, 1 миллион лечить. Кто им так навалял? Нет. Остался 1 миллион. Так, мы опять кидаем, кстати, войска сюда. Потому что максимальная мощь. Вот так. Ну, пускай идут. Здесь бесплатные шансы. Опять не идут. Во, мы сейчас будем улучшать предметы. Предметы будем улучшать бесплатно. Ой-ой-ой. Так, значит, взять авто. Тук. Нет, здесь ничего нету. Ничего не поменялось. Здесь тоже ничего не поменялось. О, тут поменялось, смотри. Здесь не поменялось, здесь тоже. Так, первый предмет, это самый такой высококачественный предмет, его можно улучшить. Улучшаешь ты за счет... Сначала мы, короче, самые стрёмные предметы. Начнем с самых стрёмных. Так, их 6 штук только. Улучшить. Я не знаю, какой максимальный уровень. Дальше идут зеленые. В принципе, тоже зеленых у меня полно. Мы улучшаем. До какого мы будем? До 10-го, наверное, лучше, наверное, да? 11-й, смотри-ка. До 11-го даже улучшается. Блин, тогда до 20-го давай улучшим. У нас один предмет только такой. Так бы мы, может быть, и улучшили бы больше. Смотри, сколько зеленых предметов. Улучшение предмета. У нас мощность появляется. Я не знаю, до какого можно его улучшить вообще. Что за... 16 тысяч. И синий, наверное. Синий тоже, наверное, все используют. Там мне уже больше не... А, кстати, это не максимально, смотри-ка. Блин, у меня взяли качество вот это вот. Еще есть красный, я не знаю, красный. Красный можно, может сделать тогда, когда я улучшу желтый, потому что за все время я много предметов получал, но красный или оранжевый, ой, оранжевый, красный точно не получал, вот. Оранжевый-то вот, да, точно. Так, давай-ка посмотрим. Улучшить. 20-й левел. Это не максимально, случайно? Нет, какой же максимально, интересно. Представляешь, как? 22-й. Синенькие предметы. Давай посмотрим. Какой у нас... Если оранжевый... Все, мы все улучшили на 26-го левел. У нас 26-й левел стал. На складе вообще нет теперь у меня ни одного улучшения нанять. Бесплатно. Так, у меня 27-й сервер, кому нужен. Нужна эта информация. Так-то мы практически все изначально мы сделали. А, войска, еще войска. У меня сейчас добывает будет. И нужно еще поиск фактории. На фактории это... А, вот. Этот чувак мне дал звездюля, да. Богатая шахта. Может, он мне дал звездюля? 34-й левел? Как он? А, 9-й левел, он просто 34. Ну, можно тоже ограбить. Все можно ограбить. Пускай шахта 150. Процентов. Так, враги повысили активность, вам поручено сокрушить их. Атакуйте, идти.
перейти. Че, мы, короче, идем. Ну, пускай они идут полчаса. Не знаю, что за задание, кстати, появилось. Ну и у нас... А, нанять, нанять. Соточка. В принципе, меня даже не напрягает соточка. У меня эти гренадеры или как это... А, у меня вон... Не все улучшается. Обучение. Так, здесь мушкетеров нельзя, кавалеристов вот обучим. Сколько по времени? 15 часов. Ужас. Бой. Бой. Так, давай-ка мы пару бойков тоже сделаем. Сражение. Максимальная мощь. Ух ты, 31 гренадер. Смотри, тут вообще что-то у меня. Я бы не сказал. Ну, Вес, давай-ка стреляй. Пуш. Ух ты, троих. Стой. Уже серьезнее, у меня враги появляются, смотри-ка. Ну. Так. Опа-на. А, конечно, не стреляет, я так понял, да? Потому что на их мы уже всех убили. Ух ты. А, не, стреляю, смотри. О, 80 тысяч. У меня вот эти, кстати, офигеть как. Столько. Так, и сколько нужно? 165 тысяч, смотри-ка. Сражение. Максимальная мощь. А уже армии нет. А я армию отправил на факторию все. Ладно, у нас 270к. В принципе. Давай-ка стреляй. О, прицельный выстрел сейчас будет. Уровень третьего. Да, 150. Это в два раза мы... В два раза сильнее стукнули. Давай-ка. Ну, все равно у нас хорошая перспектива, можно так сказать. Ладно. Лечить всех. Лечить. У нас, блин, 100 с лишним тысяч исследований. Может быть, потом сделать исследование. Вот. Но это будет совсем другая история. Так. Давай-ка подтвердим наградку. Ну, по сути, по факту, мы уже все сделали. Да, задание надо тоже получить. На этом все. Если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайк. С вами был Шевиля. До новых встреч. Пока.